Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Ванша калпатору вашке пасинду бхавачу, патитананг павоне бхавишна вибью наму нама, муканкароти вачаланг пангунланг хайтегрим, ятки патам ханг банде параманандумадам, бриндавай тулсидебай пиявай кесвасвачу. Шна бхакти паде деви сатва ваттвайи намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Саṅкиртане кришна катха упадеша Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти йокта Бхакти Прамадакша Джагодхарун Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатопад Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванака Чандаманичатая Биспуриджита Камапигапавадушва Дарши, Пурнану Рагара Сасагара Сарамурте, Сарадхикамай Кадахипам Крош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламмита бхужау канука бодато Саṅкиртанай капитару камала йатакшо Вишамбару дижавару югадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена садханаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир джасача бхакшаши Джасястихиде самбихид Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Гаурангайка Гатир Ваджасетамати Си Гаура Дхама Стити Сасасвайка Витир Кушанга Вирати
Dusto vesa nisiti, siru poikarati sanatananati, sijiva gunti yostuti, si siddhanta saraswati bijayate, gauriya goshtipati, si siddhanta saraswati bijayate, gauriya goshtipati, gaurangaika gatir bhajasitamati, si gauradhama stiti, Sasasaika viterku shanga virati, dusto vetha niskriti, siru paikarati sanatananati, sijivate jostiti, sishidhanta saraswati vijayate, gauri agosthi pati. Gauri agosthi pati, sisila bhakti siddhanta, saraswati goswami thakur prabhupada. Jagadguru told that the whole world, all the human society, they are gradually going away. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что все человеческое общество, оно постепенно отходит все дальше и дальше от абсолютной истины. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур сказал, что все люди этого мира, они постепенно отходят от этой абсолютной истины. И вот они постепенно уходят все дальше и дальше. И если кто-то, какой-то саду Махатма, говорит о славе этой абсолютной истины, о славе Верховного Господа, то тогда они боятся, они не могут переварить, принять. Если какой-то саду из-за своей беспричинной милости хочет сказать, что-то рассказать об абсолютной истине, то они не могут принять, они боятся. И в этом главная проблема. Почему они боятся? Why they fear? They fear because they like to forget. Поскольку они хотят забыть. There is something like death. They like to forget. Такое явление, как смерть. That death is there in life. They like to forget. They like to enjoy the present. Они забывают, что есть смерть, и не хотят наслаждаться. If somebody is going to remind them, you are going to live. Наслаждаться своей жизнью. Если кто-то напоминает, что жизнь не вечна и вскоре придется умирать, то они не хотят слушать об этом. Не принимают тот факт, что смерть, она есть. Шрила Прабхупада говорит, что чтобы занять нас всех в Харибаджане, без всякого лицемерия, я не могу позволить никакому лицемерию явиться в вашей жизни. Вы пообещали мне совершать харибаджаны, поэтому я дал вам харинама. Сейчас вы обманываете меня. Почему? Хотя до этого дали обет, что придя ко мне, что будете совершать харибаджаны. Зачем вы обманываете меня тогда? Шрила Прабхупада говорит, чтобы занять вас в совершенном харибаджане без всякого лицемерия, я вынужден был беспокоить вас. Хотя я знаю, в Чайтанья Чаритамрите говорится, что телом, умом и речью мы не должны приносить боль никаким живым существам. В Чайтанья Чаритамрите говорится, умом, телом и речью мы не должны
причинять никакой боли никому. И некоторые люди, злоупотребляя этой шлокой, они прекращают говорить об абсолютной истине и мешают другим, приводя в пример эту шлоку. That is there in Chaitanya Charitamrita written. И вот некоторые люди, прикрываясь этой шлокой, злоупотребляют ей же. И каково внутреннее значение, что вы поняли. И Чайтанья Чаритамрита говорится, что телом, умом и речью никто не должен причинять никаких беспокойств для других. Никаких причинять беспокойств. Нельзя ни в отношении никаких живых существ, не только людей. Но Шрила Прабхупад говорит, почему вы злоупотребляете этой шлокой из Чайтанья Чаритамриты. Прикрываясь ей, вы прекращаете говорить об абсолютной истине. Если вы прекратите говорить об абсолютной истине абсолютным образом, то есть тот, кто говорит об абсолюте, он должен достичь того абсолютного уровня, говорить с абсолютного уровня абсолютным образом, об абсолюте, находясь на уровне, близком к абсолюту, иначе у нас нет права говорить об этой абсолютной истине. Мы не заинтересованы слушать чьи-то лекции. У нас нет времени на это. Кто будет слушать какие-то лекции, у нас нет времени. Я не какой-то университетский преподаватель, я не лингвист. У меня нет... каких-то таких качеств публичного выступления, не какой-то профессор. Вы не можете ожидать этого от меня. А что вы можете ожидать? Почему вы пришли ко мне? Для того, чтобы обрести осознание, что я обрел то, что я... Для того, чтобы получить то, что я обрел от моего Гурудева. И этим я хочу поделиться с вами, конечно, если вы по-настоящему заинтересованы. И я хочу поделиться своим чувством с вами, тем чувством, которое я получил от моего Гурупад Падме. То прямое осознание, которое я получил от Гурупад Падме, я хочу поделиться им с вами в Кали-Югу. Вы не можете ожидать такой возможности. Это очень редко, настолько редко, что мне неудобно говорить перед вами. Я хочу обнаружить мою связь с Шрилой Прабхупадой Бхактисиддхантой Сарасвати. Это моя цель. И обнаружив связь с Шрилой Прабхупадой, это будет наивысшим успехом моей жизни. Шрила Прабхупад говорит, под именем Харикатхи Харикиртана, те, кто обманывает людей, ведут их в неправильном направлении, но обычные люди не хотят быть обмануты едини. Туда, куда они следуют. И поэтому такие люди, которые хотят быть обманутыми, они... Господь посылает обманщиков к ним. И часто говорится, что мы получаем гуру в соответствии с своим собственным сукрити. И поэтому... Согласно с нашему сукрити, мы получаем соответствующего гуру с помощью наших
личных усилий мы не можем обрести гуру. Если у нас недостаточно сукрити, то мы встретимся с каким-то карми, гуру, гьяни гуру или просто каким-то гуру-обманщиком. Если у нас недостаточно удачи, и даже если мы встретим подлинного гуру, то далеко не каждый поймет его славу. Шрила Прабхупад говорит, те, кто пришли, чтобы встретиться с Гаудиматхом, те, кто пришли, чтобы присоединиться к Гаудиматху, с той целью, чтобы прославиться или как-то разбогатеть, с такими людьми у меня нет никакой связи. Если такие люди заявляют, что они получили харинаму Гаудиматхи, то или от меня, то я не одобряю этого, я не принимаю этого, я хочу избежать всякой связи с теми людьми, которые пришли в Гаудимат, чтобы как-то прославиться или обрести какие-то другие материальные качества. Те, кто пришли в Гаудимат, чтобы злоупотреблять тем божественным знанием, которое есть в этом Гаудимате. И вот те, кто пришли в Гаудимат с целью злоупотреблять божественным знанием, которое есть в Гаудимате, с ними у меня, несомненно, нет никакой связи. И Гаудимат тоже не имеет никакой связи с этими людьми. Они не приняли прибежище. Если вы понимаете слово «прибежище», что оно значит, вот тогда вы будете удивлены, если вы поймете подлинное значение этого слова. Как, например, какое-то животное, если взять его из леса. Tiger, calf, anything you can bring from forest somehow. You can bring one ferocious animal from forest, but you cannot drive the animal there inside your heart or in my heart. That is the tragedy. То есть можно животное из леса взять, но лес из животного нельзя как-то вытащить. То есть и также пример с нашим сердцем, и в этом трагедия нашего баджана, что мы принимаем прибежище у Гурупад Падме. Это вопрос. Это не шутка. Но не каждый может, внешне приняв прибежище, еще и всем сердцем принять его. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати — это такой ачарья, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами такого Прабхупад Джагадгуру, вот и такой ачарья, чья ачарьята, она вечна. Он вечный ачарья, он не тот, как, не какой-то временный, как остальные его ачарьята. Его качество, характер ачарьи, оно вечно. Оно снизошло с того духовного мира, и по нашей великой удаче мы встретились с его учением. Но есть глупые люди, которые злоупотребляют его учением. И вот он снизошел с вечного Гаудиматха. Что это значит? Это значит самого Вриндавана. Шиши Радха Сри Гобинда Дибу Прешчали Прешчали Висепа Манусмара. That is the definition of our Йогапитха. Это определение нашего Йогапитха. That is the definition of our Йогапитха. Remember. Мы должны помнить. You can criticize. Кто-то может критиковать, но это он уже... Что делать, но мы должны помнить. Гаудимат снизошел с Галоки. Гаудимат, он не отличен. Даже могу сказать, что не только не отлично един с тем Йогапитхом во Вриндаване, тот Йогапитх, который мы видим в Майпуре. Будьте осторожны. Мы очень удачливы.
и это то же самое йогапит в форме панчататвы. Он здесь и атма во Вриндаване в форме Саки Манджари Адыгавинды. И это не отлично друг от друга. Шрила Прабхупад говорит, Гауди Мат, он снизошел сюда по наставлению Гауранги Махапрабху. Ачарьятва Шрила Прабхупада — это не что-то временное. Какие-то люди часто можно видеть, действуют как ачарья в течение какого-то времени, может, год, два, там, пять или десять, но Шрила Прабхупада, он вечный ачарья. Если вы не слепы, если вы не будете пытаться конкурировать с Шрилой Прабхупадой, то тогда увидите, что есть что. Можно увидеть также, что иногда один слепец видят за собой других слепцов, и, но такие люди, они, несомненно, вскоре встретятся с какой-то проблемой, упадут в какую-то яму или еще куда-то. И пока мы ведомы Шрила Прабхупад, Шрила Прахлад Махарадж, он говорил, что до тех пор, пока мы ведомы каким-то слепцом и принимаем такого слепца в качестве руководителя нашей жизни, то в этом случае мы не можем ожидать достичь чего-то благоприятного в нашей жизни с самого начала, если мы двигаемся в неправильном направлении. В математике Махарадж, когда в школе учился, то нам было изучение математики, некоторые уравнения. Чтобы решить, нужно было списать несколько листов бумаги. И вот вопрос мой в том, если вы в вашем этом математическом подсчете решения уравнений в самом начале ошиблись, то следующие 2-3 страницы исчисления, они будут неправильные. И в результате самый низший балл получите. Математика такое дело, что если ошиблись где-то в одном месте, то все остальное тоже становится ошибочным. И также в начале нашей духовной жизни, если мы следуем какому-то неправильному пути или приняли какого-то слепца в качестве гуру, то что можно достичь в этом случае? И Шрила Прабхупада никогда не одобрил этого. Много людей, они предостерегали меня, чтобы я не готовился к смерти, но я... Но я не боялся их угроз. С своими попытками я не могу встретиться с Ямараджем, он великий саду. Если кто-то меня пошлет к нему, то я обрету милость, и я готов. With a laughing mood, no tension. If there is no 100% submission in your life, и вот если у нас нету полного самопредания в нашей жизни, то в этом случае мы будем беспокоиться об многих вещах, но Гуру Вайшнава не с нами. А если мы слепы, то мы не можем видеть. Все, что мы делаем в Гуру Вайшнава, они видят, они защищают нас. Но если тогда, когда мы по-настоящему искренне и с проявлением ачарья, вечной ачарьятвы,
силы Бхактисиддханты Сарасвати, все другие обычные ачарьи, они были затменены его сиянием. И с проявлением вечной ачарьятвы Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, Джагадгуру, Гаудия Госхипати, все другие ачарьи, они... Они буквально затмились его сиянием и показывали их. Они были обличены Шрилой Прабхупадой. Это не вопрос какой-то борьбы, это вопрос сидданты. If you have Harikatha, you see, you show me how much you are speaking about Prabhupada. You're going to project yourself. Можно, это один из главных признаков подлинного проповедника. Можно посмотреть, сколько говорит он славе Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Можно наблюдать, что часто проповедники говорят только о своей славе. А не о славе Гуру Варги или Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Подлинность преданного зависит от одного единого фактора. И что же это? То, сколько любви у него есть к Гуру Падпадме. Сколько любви у него есть к его сампрадае. Сколько любви, сколько веры. Сколько как мы посвятили себя Гуру Падпадме. Сколько уважения, любви и у нас есть к нашей сампрадае. А если у кого-то нет веры в Гауди Мат, в Гауди Сампрадаю, то что я могу сказать? Весь мир, он может следовать вами, но за вами. Но все же я не могу признать, что такие люди правы. Есть сиддханта, есть сиддханта, если кто-то собрал множество голосов. Это не значит, что кто-то может говорить об абсолютной истине. Вы должны делать и видеть последствия тех или иных действий. У вас нет права помешать мне говорить об абсолютной истине. Если кто-то будет мешать, то увидеть, что произойдет с ним. Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы с Сахаджиной. Даже с учениками, даже со своими учениками он никогда не шел на компромиссы. Prabhupada never wanted to make any compromise because compromise the word is applicable in political world, sports world, education world. I can do. But in bhajan life, there are no question of compromise. Но на пути баджана нет никаких компромиссов. Компромисс это. Это не то, что может быть на пути нашего харибаджана. Если мы совершаем харибаджан, мы не должны идти ни на какие компромиссы. Компромисс значит оставить что-то хорошее и принять что-то плохое с тем или с кем, с тем или с чем, с кем мы идем на компромисс. Но чистые преданные никогда не идут ни на какие компромиссы. Шрила Прабхупад говорит, даже если весь мир идет против меня, если даже весь мир выступает против меня, те, кто внешне пришли ко мне,
Иногда можно видеть, что какие-то люди пытаются показать всем, что они стали близки к какому-то гуру или вайшнаву. И если такие люди один за одним уйдут от меня, то я не обещаюсь. Они могут уйти. Но все же я буду. Все же я все равно с полной силой буду находиться под лотосными стопами Гуру Падмы, которые подобны зонтику, и я нахожусь под их защитой. И я всегда чувствую, что стопы Гуру Падмы, подобно зонтику, они находятся над моей головой и защищают меня всегда. Шрила Прабхупада говорит, что я не потеряю свою силу, я буду находиться под защитой лотосных стоп моих Гуру Падмы и буду продолжать говорить об абсолютной истине, абсолютным образом находясь на том абсолютном уровне до последнего момента моей жизни. И никто не может помешать мне говорить об абсолютной истине. Я буду продолжать. И это моя обязанность. Это дело моей жизни. Я буду продолжать его, несмотря ни на что. По милости Гуру Вага и Шрилы Прабхупады. Я говорил, Махарадж говорил, 72 лекции дал на тему Шрилы Прабхупада и его уникальная ачарьятва. Такой великий ачарья. Мы никогда не видели его в нашей жизни. Он уникален и бесподобен. Кто-то может сказать, что Шрила Рамануджа ачарья был Мадхавачарья, как можно говорить так по Шрилу Прабхупаду? Нибхакачарья был Вишну Свами. Почему говорим, что Шрила Прабхупада, он уникален и бесподобен, непревзойден? Да, я говорю, что такого ачарьи, как Шрила Прабхупада, его никогда не было, ни Рамануджа ачарья не может сравниться с ним. Я, это не оскорбление Рамануджа ачарьи, я говорю Сиддханту, они милостивы и поймут, что я хочу сказать. Рамануджа ачарьи, он несомненно велик, настолько велик, что я не могу описать его славу. Мадхава ачарьи тоже велик, но все же их ачарьятва, она хороша, но уникальна. Но Шрила Прабхупад, он снизошел по наставлению Радхарани. И, а такого нельзя найти в других ачарьях. И вот в этой шлоке говорится о приходе Шрилы Прабхупады. Рамануджачарья, Мадхавачарья, Вишнусвами, они несомненно велики, но никто из них не пришел по милости Радхарани. Именно Шрила Прабхупад пришел, чтобы дать нам нечто уникальное, нечто великолепное и редчайшее. Даже для Брахма, для Шанкара это очень редко, очень труднодостижимо. И Шрила Прабхупад принес нам именно это, а мы глупы. И поэтому мы теряем эту возможность принять, обрести этот дар Шрилы Прабхупады. Наш Тривика Махарадж, великий преданный, его жизнь,
Махарадж написал книгу о нем. Он жил с Шрилой Мадхава Госвами Махараджем, моим Гуру Махараджем в Чайтанья Матхе в Калькутте. И он часто говорил такие слова. И вот Шрила Тривика Махарадж говорил на этом на дакском наречии Бенгале, на таком грубом бенгальском языке, который в Даке использует Махапрабху, шутил над языком этих жителей Даки и Шимлы. И Тривика Махарадж говорил, что обезьяны понимают только пользу бананов. Если дать им что-то, украшение из жемчуга или еще какие-то драгоценности, они не оценят их. А если дать дешевые бананы, то они будут необычайно рады. Свиньи, они понимают пользу испражнений. И они питаются ими и радуются. Ну и также наша жизнь. Мы понимаем значение только каких-то таких простых материальных вещей, которые понятны нам, а нечто возвышенное, но мало понятным. Можно наблюдать, что кто-то под именем Баджана занимается какой-то коммерцией. Но Хари Баджан — это не шутки. И Шрила Прабхупада — такой великий ачарья. Что мы не можем объяснить, он за пределами нашей досягаемости. Но Шукадев Госвами написал, птицы Кришнадас Кавираджа Госвами написал, точнее. И вот он пишет, что птицы могут летать в небеса в соответствии с своей собственной способностью. Небеса не бесконечны. А птицы не летают на той высоте, на которую способны. Попугаи летают там невысоко. Какие-то птицы выше, какие-то стервятники очень высоко и долго. Это зависит от способности птицы, какие-то могут дышать там, где разреженный воздух, кто-то не может. И Кришнадас Кавираджа Госвами приводит такой пример. Кришнадас Кавираджа Госвами дает такой пример. То, что птицы могут летать в соответствии со своими способностями, но это не значит, что небеса ограничены. По милости Гуру Вайшнавов, по вашей милости, я попытаюсь воспеть славу Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, но это не значит, что она закончена. Это, что на полная слава, нет. Даже частичное проявление этой славы, оно невозможно описать ее. Но все же я пытаюсь очистить себя, памятуя о нем и говоря о его славе. И вот его ачарьятва. Она уникальна, она никогда не может быть сравнена даже с Рамануджачарьей или Мадхвачарьей, поскольку то, что принес Шрила Прабхупад, оно уникально. Перед тем, как оставить тело,
Шрила Прабхупад, он плакал и говорил, та причина, по которой пришел в этот мир, в этот материальный мир, она... не исполнена полностью. Я принес величайшее сокровище, которое очень редко, но я не смог обрести возможность дать это сокровище им. Они не смогли принять его. Я хотел дать это великое сокровище, но в процессе того, как я говорил об обычных вещах, чтобы помочь людям избавиться от майи, Шрила Прабхупад говорит, в процессе моей проповеди я был занят тем, что говорил о каких-то предваряющих вещах, чтобы люди смогли избавиться от майи. То есть люди начало для того, чтобы совершать баджан, нужно избавиться от влияния майи. Потом уже начнется баджан. Это главное, что мы должны сделать в начале нашего баджана, это избавиться от влияния майи. Шрила Прабхупад говорит, я хотел дать им это великое сокровище, но не нашел никаких достойных преемников. Я путешествовал по всей Индии от Канья-Кумари до Гималаев. Я не смог найти никаких достойных кандидатов, кто мог бы принять это. Это да, но это, опять же, нужно заметить, что это не относится к вечным спутникам. Сила Прабхупадика, Сила Сидар Махарадж или Сила Кешава Госвами Махарадж. И вот он продолжает, я не мог найти ни одного достойного кандидата, кто мог бы принять это сокровище. И моя жизнь уже закончилась, что же делать? Я хотел дать такое сокровенное, но не мог найти достойных личностей, все вечные спутники Силы Прабхупады. Это значит, они пришли и ушли с Шрилой Прабхупадой, вечной Прасады. Они пришли вместе с Шрилой Прабхупадой и ушли с ним. Если кто-то заявляет, что он тоже вечный спутник Шрилы Прабхупады, потому что он получил харинам, потому что кто-то получил какое-то посвящение от Шрилы Прабхупады, но математически можно доказать, что такие люди не являются вечными спутниками Шрилы Прабхупады. Некоторые гуру заявляют о себе, что они там или их родственники, вечные спутники Шрилы Прабхупады, хотя те даже дикшу от него не получали. Это далеко не так. У вечных спутников Шрилы Прабхупады есть определенные признаки, как в моем детстве я видел одного великого доктора, он мог по пульсу определить все болезни. Сейчас доктора требует анализы крови, мочи, кала и прочее. Вот, тот был великий доктор Видан Чандра, его звали рядом с нашим домом в Калькутте, он жил. Он просто по пульсу определял все болезни, очень был способен. По профессии он был прикладной антрополог. А что это значит? Просто видя внешние признаки, мог определить болезни по внешним признакам. Вот этот место, этот американский президент Никсон, он чем-то заболел. By the way, I'm bound to speak, is joking.
Никто не мог определить, чем он болеет, и вот приехал к этому доктору, чтобы, а точнее наоборот, этот доктор к этому президенту Никсону полетел. И тот просто посмотрел на его глаза и предписал какое-то дешевое лекарство, очень дешевое. 5 копеек местных стоило всего лишь. За 20 таблеток. И тут быстро пошел на поправку. То есть другие доктора там на большие суммы всякого лечения назначали. И было бесполезно этот 5-копеечные таблетки. Прописал, и они сразу помогли. Президент Никсон спросил, чем может помочь этому доктору. Доктор сказал, что мне ничего не надо, но наша страна очень бедна. Лучше помогите на нашей стране. Сейчас можно наблюдать у многих саньяси, брахмачари, даже обычной морали нету. А вот в случае с этим обычным доктором, внешним материалистом, это у него качество получше, чем у многих саньяси, брахмачари. Проблема деградации человечности можно наблюдать сейчас. Деградация баджана, в каком окружении мы находимся. Если вы потеряете ваш баланс, тогда вы можете упасть в пути баджана. Но не все люди могут принять такую заботу. А Шрила Прабхупада сказал, что у нас не должно быть никаких корыстных интересов, если в процессе нашей проповеди кто-то может выражать нам почтение, кто-то оскорблять. Но мы не должны привязываться и обижаться, и гордиться чем-то. Мы должны беспристрастно относиться ко всему, что происходит в процессе нашей проповеди. Ачарья Шрила Прабхупада, она чрезвычайно редкая и уникальна. Шрила Прабхупад, он очень скрыто, он дал намек на то, кто он, на то, что он на Мани-Манджаре. Он очень скрыто намекнул на это. Далеко не каждый может понять. Шрила Прабхупада не сказал это прямо. Те, кто очень разумны, очень разумные люди не могут совершать харибаджана, глупые люди не могут. Глупые люди не могут прийти ко мне, я могу посмотреть на них и увидеть, что они ни на что не способны. Шрила Прабхупада в одном из своих писем своему ученику, он писал много вещей, и в одном из них он написал, в одном из писем. Написал такие строки, что Кришна хочет обрести лотосный стоп Радхарани. Он хочет поставить лотосный стоп Радхарани на свою голову. Кто-то думает, что Радхарани просто женщина. Это глупый материальный даршан.
Радхарани — это гуру Кришны. Кришна говорит, что Радхарани — его гуру. И Шрила Прабхупад, он говорит вот в этих строках о себе, что, что это Радхарани, она хочет... Shrimati Radharani Dayamayi always want to get control over one foolish gopi. And that foolish gopi always like to leave Radharani go here and there for... Where's he gone? Позаботиться о какой-то гопи, но эта гопи постоянно куда-то убегает. И вот Шрила Прабхупад говорит о себе, что это глупая гопи, что Радхарани хочет держать ее при себе. Эта гопи постоянно куда-то уходит, и вот Радхарани думает, что она слепа без нее, без этой Сакхи Манджари. Радхарани думает, ее имя это Наяна Муни, олицетворяет собой глазные яблоки, и без этих глазных яблок как можно видеть? It is one kind of, you know, loveful expression. Radharani finger, where is it? Where Gopi gone? I cannot see her. That is called Nayan Mani Manjari. И вот она, это имя этой Гопи Наяна Мани Манджари. Это духовная форма Шрилы Прабхупады. Он так очень... Так, таким тонким намеком и насказательно он намекнул о своем положении в духовном мире, что одна глупая гопи во Вриндаване, Радхарани навсегда хочет держать ее при себе, а эта беспокойная гопи постоянно хочет куда-то убежать. Without that Nayan Mani Manjari, I feel helpless. This way, и таким образом Шрила Прабхупад он дал намек, что мое имя, вечное имя, Nayana Mani Manjari во Вриндавандаме. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур, он Гуру Паршат. И Радхарани, она отправила Шрилу Прабхупаду в этот материальный мир. Весь характер, все поведение, вся техника, все сиддханта Радхарани, она снизошла, можно ее видеть в полном проявлении в жизни Шрилы Прабхупады. Если, например, Радхарани пришла бы сюда, к нам, предположим, но то, что Шрила Прабхупад хотел сказать нам, это все сиддханта Шрилы Прабхупады. Если Радхарани явится перед нами, она скажет ту же самую сиддханту, которую принес Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, понимаете вы теперь значение Шрила Прабхупада. Он принес то, что хотела сказать Радхарани нам. И поэтому я сказал, что Ачарьята очень редко. Так он был удивлен, видя Ачарьяту Бимала Прасада. Шрила Бхактивинода Такур, перед тем, как оставить тело, перед тем, как оставить свое трансцендентное тело, он хотел дать наставление Бимала Прасаду.
О, Бимала Паса, ты должен пообещать мне, ты должен начать Гоура Мандал Парикрама, Навадибдам Парикрама. Ты должен дать мне обет, что ты начнешь. Навадибдам Парикрама, Гоура Мандал Парикрама. You can install again that Дойба Варнасам. You will have to install. Что ты восстановишь Дойба Варнасама? Otherwise, those who are idiot people, глупые люди, so false ego, they will be inside. Они будут оскорблять Вайшнава, которые родились в низкой семье. Они не понимают славу Гуру Вайшнава. Из-за своего ложного эго гордятся, что они родились в семьях брахманов, кшатриев, как Рагунадас Гасай обвиняет его в том, что он родился в семье вайшьев. Но однажды на Радакунде один глупый человек говорил о себе как о Враджаваси. Встретился с Шрила Прабхупадой и начал рассказывать, что Рагхунатдас Гасай в очень низкой семье родился, они все поклонялись нашим предкам. Шрила Прабхупад был шокирован, что тут несет. И он начал поститься. Не пил ни воды, не ел еды. И вот Шрила Прабхупада говорит, почему я не умер до тех пор, пока... А почему я не умер до того, как этот человек это сказал? И такие люди, они не понимают значения Гуру Вайшнава, даже Бхагавана хочет взять Гуру Вайшнава к себе на руки. Этот Хари, как, например, Харидас Такур, Парат Паракилешвара, сам Бхагаван, он там хотел танцевать с телом Харидас Такура, когда он тут оставил свое тело, а кто-то смеет критиковать их. Шрила Прабхупад постился и хотел оставить свое тело. И через какое-то время, если такие чистые вайшнавы, как Шрила Прабхупад, постится, то начинает что-то происходить. Как Дхрува Махарадж, когда он постился, и вот Дхрува, он постился сначала на воде, потом на воздухе, потом на листьях, потом на воздухе, потом без воздуха, и вся Брахманда начала задыхаться, и все полубоги начали беспокоиться, что случилось, откуда такое души. Да, раньше такого не было, почему? И вот они пошли к Бхагавану, к Брахме жаловаться. И Брахма сказал, что это сын Утанпады совершает баджан, что он вначале не дышит, поэтому вы задыхаетесь. И вот Бхагаван сказал, чтобы они не беспокоились, он решит этот вопрос. Going to control his air inside body. That's why I'm feeling suffocation. Because I am there, no?
Bhagavan is there inside body, and he is going to control air. Bhagavan is there, and in Bhagavan, infinity Brahmanda there. So the Поскольку Бхагаван находился внутри сердца Дувы, из-за того, что перестал дышать, то это все передалось всем остальным. И Бхагаван сказал, что пойдет и посетит Дуву. Смотрите, Бхагаван не сказал, что я дам даршан Дуве Махараджи. Нет. Он так не говорил. Бхагаван наоборот сказал, что я пойду и посмотрю, получу даршан моего преданного. Вот посмотрите, какая огромная любовь Бхагавана. Тот день, когда вы поймете любовь и заботу Гуру Вайшнавов и Бхагавана, вы просто расплачетесь. Если вы поймете когда-то бесконечную милость Гуру Вайшнавов и Бхагавана, и это будет успехом в вашей жизни. Вы поймете, что Гуру Вайшнава не всегда с вами, они заботятся о вас, и в тот день вы обретете успех в вашем баджане. Также Шрила Прабхупада начал поститься, и вся Радхакунда, они поняли, что что-то не так, и выяснили, что случилось, и пошли, взяли этого человека, который сказал такую ересь перед Шрилой Прабхупадой, и вот они пошли, начали просить прощения лотосных стоп Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупад начал плакать и объяснил величие Гуру Вайшнавов. Никто не должен говорить такую ересь, что Рагхунатдас Гасай, он родился в низкой семье, он был вайши. Это нехорошо, это глупо. Польза Варнасрам Дхармы, много раз я говорил, не каждый может вспомнить, но я говорил многократно. Польза Варнасрам Дхармы, она применима до какого уровня? До того момента, когда вы осознаете, что вы не тело, что вы не мужчина, не женщина, не происходите с какой-то страны или еще откуда-то. Тогда, когда вы осознаете себя как вечного слугу Гуранги, как вечного слугу Кришны, и в тот день вы сможете оставить Варнасрам Дхарму. Варнасрам Дхарма, она может помочь вам до какого-то определенного уровня, пока все дживы находятся в обусловленном состоянии. Варнасрама, она применима к людям, к человеческому обществу. И вот Варнасрам Дхарма, она применима только до того уровня. В тот момент, когда вы осознаете, что вы вечный слуга Верховного Господа, то тогда можно отказаться от Варнасрама Дхармы. Когда вы достигли уровня самосознания, тоже нельзя говорить про человека, что он с какой-то там Германии или еще какой-то оскорбителя. Я хочу принять остатки пищи такого великого преданного, который внешне родился в Германии, Сатананда Свами, и готов принять воду, омывшую его стопы, чтобы обрести бхакти. И это зависит от бхакти. И такое мы получаем Сиддханта от Прабхупады.
И Ачарьятва Шрилы Прабхупады настолько сурово, что он никогда не шел ни на какие компромиссы. Даже со своими учениками, как один из его учеников оставил Гаудия Мат. Шрила Прабхупада не беспокоился сильно. Даже не повторил его имя в дальнейшем. Но Шрила Прабхупада сказал об одном смиренном преданном. С нашей точки зрения, очень простой преданный, поскольку ни образования нет, все чего-то нет. Но Шрила Прабхупада не говорил о том преданном, который оставил его. Хотя он был профессором, редактором Гауди и прочего, а тот простым служением занимался, ухаживал за коровами, овощи резал. И Шрила Прабхупада однажды он куда-то пропал, и Шрила Прабхупада спросил, где же этот преданный. Смотрите, настроение Радхарани, но внутри Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада не думал, сколько вы пожертвований ему даете, сколько качеств у нас есть, но Шрила Прабхупада не думал, как вы способны на что-то. Нет, Шрила Прабхупада смотрит, сколько любви у вас есть к Гурудеву, сколько любви, сколько увлечения, сколько вдохновения, сколько привязанности у вас есть к вашему Гурудеву. Это и главное, ваше баджане, это дарует вам полный успех на пути баджана. И вот Шрила Прабхупад, он думал вот об этом преданном, которого внешне не образован. Шрила Прабхупад, он великий ачарья. Если буду говорить дальше, вы будете удивлены. В этом материальном мире мы не можем найти кого-то, кто был бы подобен Шриле Прабхупаде. Это невозможно. Иногда Шрила Прабхупад, он отправлял Шрила Бхакти Прадипа Тирта Госвами Махараджа. Бхакти Хридая Бундава Госвами Махараджа. Бхакти Акакшидара Дева Госвами Махараджа на проповедь. Иногда он отправлял Гири Махараджа на проповедь, кто не был внешне очень образован, но мог говорить прекрасно. Даже министры, президент Индии, Viceroy of India, an English trio. Viceroy of India. When Giri Maharaj used to meet with him. И вот когда Гири Махарадж встречался с ним, он встречался с какой-то этот начальник большой. И вот он пошел, он встретился с кем-то, ну какой-то этот, и Гири Махарадж пришел от имени Гаудия Мата какому-то. Ну, в общем, шишка какая-то местная, этих англичан, этот ставленник. И вот удивлены были, как он туда вообще прошел без спроса. Письмо принести ему. Ну, а этому Гири Махараджу этот начальник дал письмо, чтобы его к нему пропускали в любое время, без очереди и прочего.
И вот я уже написал одно письмо, статью. И вот наш Бхакти Вайбав Сагар Махарадж. Шрила Прабхупад, он отправлял его различные проповеднические места, но трагедия в том, что Бхакти Вайбав Сагар Махарадж, его стиль проповеди был очень прост. Он говорил Харикатху, но люди не всегда понимали. Его то, как он рассказывал, было очень скромно. Ну, в общем, не все его воспринимали. И севак сказал, что никого нету, все разошлись, слушать некому. Можете прекращать говорить. Но этот Махарадж сказал, что почему есть множество душ в тонкой форме, в форме деревьев там и прочих. И в других формах, поэтому можно продолжать. И в конце концов, Харикатху я говорю для своего собственного блага, поэтому продолжаем. Вот я тоже говорил ради удовлетворения Сури Нарайана Бхагавана. На Сури Кунде. И вот в итоге они собрались уезжать, поскольку все разошлись, никаких пожертвований никто не дал. И Махарадж поехал на эту железнодорожную станцию, пошли они. А денег не было, поехали без билета, кто-то вот контролер поймал, спросил, где билет, тот сказал, что денег нет, не на что ему билет покупать. Хотели штраф выписать, тот сказал, что денег нет. Шрила Прабхупад об этом узнал. Так иначе решилась эта проблема, и когда Бхакти Вайбав Сагар Махарадж пришел в Бхакбазар Гауди Миссию, это был единый Гауди Май в то время, и Шрила Прабхупад отправил своих учеников, чтобы они с Мридангами, Карталами вышли встречать его и предложили гирлянду. Он приехал издалека, нужно встретить его с киртаном. И вот, когда он вошел в ворота Гауди Матха, Шрила Прабхупад вышел из своей комнаты и сказал, что Бхакти Вайбав Сагар Госвами Махарадж, он великий преданный, великий проповедник. Он великий Нишкинчан Саду. И вот если такой саду есть в нашем обществе, то некоторые люди выгонят, да, поскольку ни денег не принес, ничего в матх. Но посмотрите, видение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад выразил ему почтение, сказал, что ты великий проповедник, ты лучший из отреченных. Ну, хотя внешне кто-то может сказать, что он неэффективно проповедовал, но Шрила Прабхупад, он признал его
усилия на поле проповеди. Посмотрите на настроение Шрилы Прабхупады. And his name is Jodhumani Prabhu. Jodhumani, you know, Jodhumani. He was given seva. И вот был один преданный домохозяин, бывший. Он получил служение в Чатакпарвате, в Пури, в Паушатам Матхе. He was giving seva there. What seva? To maintain garden. И служение у него было в том, чтобы поддерживать сад в порядке, чтобы цветы росли, овощи, прочие растения. Там, где Баджан-кутир Шрилы Прабхупады, там, где Шрила Прабхупада совершил ягью, воспевание ста раз по 10 миллионов святых имен. 100 святых имен он повторил. И вот Ядупати его звали. И вот этот Ядупати Прабху поддерживал сад в великолепном состоянии. Очень осторожно, аккуратно поливал все и прочие вещи делал в саду. Для роста растений все были очень довольны его служением. Все благодарили его, что благодарим ему много цветов, овощей и прочего. И в то время Шрила Прабхупада был в Катаке. И оттуда Шрила Прабхупада. Он послал сообщение настоятелю Матха, что нужно Джадумани Прабху перевести в Катак. Зачем? Все одно хорошо у него. Зачем Джадумани столько служения тут делал, если его не уедет, кто будет за садом смотреть? И Шрила Прабхупада сказал: вы думаете о своих овощах и цветах, но я думаю о цвете, о цветке бхакти в его сердце. Но этот Ядумани Прабху каждый день за днем развивает привязанность к этому, но это не есть бхакти. У него есть такое, появилось настроение делающего. И это зовется Шрила Прабхупада. И никто не может одурачить его. Однажды наш Хайгрив Брахмачари, Апракрита Прабху и Госвами Махарадж, они вместе, они пожаловались Шри Прабхупаде, что мы собираем пожертвования для Гаудия Матха, для их поддержания. Вот какие-то люди, они воруют деньги в Матхе. И Шрила Прабхупада сказал: думаете ли вы, что я дурак? Разве я не знаю, что вы делаете и то, что они делают? Пускай делают. А какое отношение это имеет к вам? Baba speaking, do you think I'm foolish?
И вот Шрила Прабхупада видел, что он знает, кто что делает, и сказал, что не думайте об этом. Если кто-то ворует деньги, это, я знаю об этом, и они получат по заслугам, не волнуйтесь. И Шрила Прабхупада, он однажды сказал, не хочу этого брамачари называть, этот севак, он был севаком, служил Шрила Прабхупаде. И Шрила Прабхупада однажды сказал, ему, что у него есть лишние деньги, некуда складывать, возьми все себя, подержи, когда надо, назад возьму. И тот взял. Но он не понял, что Шрила Прабхупада хотела обмануть его. Этот брамачари думал, что Шрила Прабхупада его очень любит. Поэтому он дал ему деньги на хранение. Но мой Гуру Махарадж никогда не давал мне никаких денег. Я был буквально нищим. Но я не знаю, получил ли я милость Гурдева или нет, но денег у меня, денег у Гурдева я никогда не брал. Это случай, такое состояние Радхарани. Я сейчас расскажу о Шриле Прабхупаде и о Радхарани. И вот это Джатила, Кутила, они сказали Радхарани, чтобы она шла поклоняться Сурья Нарайана Бхагавану. В Картик Врат мы поем эти киртаны. И вот она пошла на Сурья-кунду, по дороге собрала цветы с Мансаровари, приготовили что-то там. И вместе с Акхи они пошли на Сурья-кунду, чтобы поклониться Сурья-нарайана Бхагавану. Почему? Поскольку это указание ее. Матери и мужа, чтобы из-за поклонения Сурья-нарайане количество золота, коров и прочего богатства увеличивается. Вот они, и вот она пошла поклоняться. А они, это Джатила и Кутила, всегда следили за Радхарани, чем она занимается. Но Радхарани все равно обманывала их, и под видом поклонения этому Сурья-нарайане она встречалась с Кришной. Но вот под именем Сурья Пуджи, и вот под именем поклонения Сурья-нарайане, точнее Радхарани, вместо того, чтобы поклоняться Сурья-нарайане, она поклонилась Кришне. Но внешне выглядело не так. И поэтому ее ни в чем не заподозревали. Радхарани и Саки Манджари, они служили Кришне, чтобы Кришна был доволен. И как Кришна, по указанию Радхарани, Кришна, он приходил в храм, деревенский храм был. И вот он в форме этого священника,
Кришна going to cheat them, coming in the form of horseshoe. Is Brahman. Jyotila going to send Lalita. Lalita. И вот Джатила посылала Лалиту. It is village. There is no priest, no pujari. How we can? You go and search one pujari. Чтобы та поискала пуджари, и эта Лалита позвала Кришну, который переоделся в одежду пуджари. Сказали, что этот пуджари ученик Гаргамуни, Брахмачари. И сказал у мать, мы очень удачно вот, нашли его пуджари, ученика Гаргамуни, он все мантры наизусть помнит. И вот они заняли это Кришну под видом пуджари, чтобы он совершал путь для них, но они не знали, что он Кришна. И Радхарани одурачила таким образом этих своих родственников. Then please check up the hand of my, you know, Radharani. He is not actually touching woman. He is Brahmachari. No, actually I can give some donation, big donation. Please, I cannot. Потом Лалита рассказала, что этот еще и астролог, этот Пуджари, Кришна Пуджари. Потом попросили посмотреть руку Радхарани. Тот сказал, что к женщинам не прикасается. Мы сказали, что ему много денег дадут за это. Но в итоге он посмотрел, что там на руке написано. И, ну, в общем, это Радхарани, она обманула всех своих родственников и служила Кришне круглосуточно. И это особенность Шрилы Прабхупады. Она очень like особенно подобна тому, как Ачарья Ятва Радхарани. Ачарья Ятва Радхарани, она подобна Ачарья Ятве Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он выражал почтение каким-то уважаемым людям в обществе, приглашал их. Приглашал он этого губернатора Бенгала в читание мат, в Гауди Миссе. Фотография с Шрилы Прабхупады сохранилась. In the whole universe, we cannot find such a smart, you know, acharya. Шрила Прабхупада, он был необычайно умен. Попад used to say. И он говорил. I can come down. Я могу снизойти на любой уровень. Any level for the actual. Для подлинной проповеди читания Вани люди могут критиковать меня. People can criticize me. Но я могу снизойти на любой уровень для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани. Не каждый может понять настроение Шрилы Прабхупады. Если я буду продолжать говорить день за днем, месяц за месяцем, я не могу закончить. Слава Шрилы Прабхупады, великого Ачарьи, она бесконечна. Я чувствую себя необычайно удачливым, что у нас есть связь с Шрилой Прабхупадой. И в этом наша величайшая удача. И таким образом это невозможно прославить Шрилу Прабхупаду полностью, но все же пытаюсь что-то сделать. Шрила Прабхупад занимал своих учеников в проповеди в различных местах, в Даке, в других странах. Уже 50 матхов было. Я как-то попозже расскажу об этом. Шрила Прабхупад хотел
ответить. Сарабинду Шекар Рай, это был профессор Лахорского университета, и вот он сказал, что вы уже 50 матхов основали по всему миру и в Индии. Но Шрила Прабхупад сказал, что говорите 50 гауди мат. Я хотел открыть, основать гауди мат в сердце каждой души. В каждом сердце 50 матхов — это ничто. Или хотя бы, если бы я смог обрести 50 живых гаудиматхов, кто может передвигаться везде и говорить харикатху, такой мобильный гаудимат, пытаясь понять, что чистый саду, великий преданный, он мобильный гаудиматх, может в любое место пойти. Но времени мало, продолжим в следующий раз. Шрила Прабхупад, он посещал различные места. Однажды Шрила Прабхупад объяснял шлоку Джанмадасья. Тене Брахма Идайо Адика Вайо Майханти Яд Сурайо Тейо Ма Тейо Вари Мидам Тейо Вари Мидам Ятха Винимайо Тишаргахам Миса Дхамна Сено Нираста Кухакам Шатьям Парам Дхимай. Папа explaining one slope and doing Харинам. И вот Шрила Прабхупад объяснял эту шлоку в течение месяца и повторил Харинам. Сиру пайкарати санатананати, сиживоте жостути, сиседанта сарасвати виджаяте, гаурия гости пати, сиседанта сарасвати виджаяте, гаурия гости пати, ванчага патрусь, патитану павну.